Я говорю, мы сейчас все купим, сейчас на вас я предлагаю купить наручники. Вы поедете? Потому что будет плохо. Вы мне угрожаете? Я не угрожаю. Вы мне угрожаете? Вы сейчас, скажите, выполните мои законные требования. На чем основываются ваши? Я вам все сказал. Я тоже все сказал. Пойдемте. Я не отказываюсь куда идти. Пойдемте. Я никуда не пойду. Пойдемте, вы же показываете. Для установления моей личности? Да. Вот, мы сейчас купим продукты, пойдем к машине, я покажу свой паспорт. Ребят, пойдем. Может, хватит? Вы что делаете-то вообще? По-хорошему, пошли. Я по-хорошему сказал. Что, у тебя наручники одеть? Давай. Только я не отпадусь. Руки отпусти свои. Сядешь надолго, понял? Что вообще за фигня происходит-то? Здравствуйте, вас приглашали? Давайте, вы что, вы мне тоже сказали, давайте. Пойдем. Что вы, приглашали, всех пригласили. Руки поднимите, пожалуйста, все содержимое карманов укладывайте на стол. Протокол осмотра, пожалуйста. Все будет, рукат осмотр. Оружие, наркотики, имейте при себе. Вы можете меня осмотреть. Руки. Я могу, руки поднимите. А это уже досмотр. Протокол составляйте. Протокол составляйте. Вы что, охерели, что ли? Вы что делаете? Сказал, протокол составляйте, я все вытащу. Все заставил, руки мы отпусти. Без протокола не имеете права, вы что делаете вообще? Что за беспредел? Ты что, гонишь, что ли? Да, я мой. Ну тебе в этот, блин, телефон доверия, он будет. Вы что делаете, блядь? Вы девушка, совсем покиньте, что ли? Я не собираюсь помещение. Покидать помещение. Выйди, Наталья, не трогайте меня. Телефон доверия, вы тоже меня сюда не трогайте. ГУВД подойдите. В области и звони. Не трогайте. Покиньте, пожалуйста, служебное помещение. Покиньте служебное помещение. Где будет телефоны ваши? Куда звонить? Жетоны сними, хорошо. Удостоверение ваше, пожалуйста. Пожалуйста. Ну че, блин, с ума посходили. Уберите, пожалуйста, жетон ваш не видно. На камеру, пожалуйста. На камеру я имею право вам предъявить. Я его не видел. Не видел. Ваши проблемы. Не видел? В смысле мои проблемы? Смотреть надо лучше. Покажите ваше удостоверение в развернутом виде. Сержант полиции, Кузнецов, Александр Сергеевич. Я вам предлагаю действовать. Покажите, пожалуйста. Видели? Что у меня в лицо? Вы что делаете? Камеру. Снимать удостоверение не имеете права. Не имею права. Ну не буду, давайте. Уберите руки с телефона. Вы знаете что? Вы мне разбили сейчас экран. Вы мне разбили экран. Замечательно. Вы что делаете? Руки поднимите. Не трогайте карманы. Не трогайте карманы. Что делаете вообще? Вы что делаете? Вы что делаете вообще? Вы что делаете? Да я сейчас нормально позвоню, что, блин, выйдите, пожалуйста. Выйди, позвони. Я не собираюсь. Выйди, я да выйди, Наталья. Я не собираюсь, блядь. Пистолет и потом сдам. Подождите, вы что делаете? Вы что делаете? Никакого сопротивления. Я вам предложил действовать в рамках правового поля. Составляйте протоколы, я все выложу. Вы что делаете? Тихо. Я не оказываю никакого давления, физического сопротивления. Я защищаю. Руки убрал. Да я никуда их не сувал. Руку назад убрал. Я куда? Почему? Ты наручники одеть. Зачем? С какой целью? Ты не успокаиваешься. Да я не агрессив, я вот он стою, блин. Как он еще мне... Пишу, блин, оторвал. Руки назад поставил, куртку снял.
Парень, парень. Куда ты надо делать? Что? Ничего. Все, руки назад. С какой стати нужно назад делать? Вы что, гоните, что ли? Да вы что делаете-то вообще, что ли? Зачем? Да что хочешь от меня? Вы что привязались-то вообще? Руки зачем? Дай. Я не буду давать руки. С какой целью? С того, что я просто шел, и вы, блин, решили на меня наручники одеть. Стой, подожди, дай я расслаблюсь. Ну, успокойся, спокойнее будет. Спокойнее оденешь. Да. Да на, одевай, одевай, одевай. На вторую руку. Да, давай. Давай. Вообще здорово. От меня что вы хотите? Все то же самое. Что именно? Наручники все тоже то сразу? Нет, зачем подождите, подождите, подождите. Вы попросите, я предлагаю, сам это давайте, сделаю. Давайте, предоставьте все содержимое ваших карманов. Угу. С какой целью? С какой целью? С какой целью, вы скажите? Установление, есть ли у вас оружие, угу. Наркотики, угу. Запрещенные препараты. Угу. Вы у меня паспорт даже не спросили. У вас есть паспорт? Вы нету хотите, паспорта. Вы ведь... Почему я нету спросил. Паспорта? Стоп, 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 подождите, подождите, стойте, стойте. Вы у меня спросили, есть ли у меня паспорт? То же самое, подождите, вы сейчас у меня уроните телефон. Вы зачем?